Или Дио. Не впечатлился вами. Да ладно, пусть, пусть играет, чем хочется. Так, правда, вот сегодня Макви еще не играл, поэтому будем мазать. Давай, у тебя есть первая точка, чтобы научиться играть в Макви. Блин, а тракториста, ничего такой. Симпатичный? Что? Ну, что? Нет, ну, я даже хилит вроде. Ну, он черный, короче. Блин. Что ты имеешь за черных? Отлично, черный парень. Ну, кстати, ничего такой. По сравнению с Зумфистом, например. Блять, против нас... Небось, и чай горячий, так сказать. Играет Украина. Ребят, давайте не облажаемся. Флетовый. Ой-ой-ой! Вот это я б кормил. Давай, теперь не облажаемся. Ой, я б кормил, как бы это... Не-не-не, тут, тут хороший ровал-то, давай сейчас на точке просто отобьемся. А, понятно. Rolling out. Отскок не избежит. Ну вот. Вот, собственно, и он. Нет, сука. Дуав нет. Вот они вломились как-то. Не надо так закидывать, пожалуйста. О, хорошо, взяли пару. Так это же... А, ёшка, там один летающая нужна. Что-то я один. Ну, в смысле, меня вот там нет, например. Ну, сейчас придешь. Нет, я не приду на ХГ. Я тоже не приду на ХГ. А у нас в замке... Нет, точнее, ладно, я приду на ХГ. Кто-то бегает. В замке никого. У нас на замке как нет. А. Я каким-то образом пришел на ХГ. Хотя не собирался. Ногами? Придется, наверное, сейчас мерсию пикнуть, если чувак останется на ХГ. Генжи, 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 Генжи. Ой-ой. Когда сдохнуть, точнее. Да что за пиздец? Вот и конец. За пиздец? Что за пиздец? Ну, мне кажется, надо отсюда уходить уже. Я покажу, да. Да хватит кормить. Хватит кормить. Как? И лот нет, потому что... Сейчас бы это... Я сейчас возьму еще. Хотя у меня ульта есть, блин. Окей, last contest, тоже ульта есть. Терек, сейчас нажимай, нажимай. Я расширяю Грэнджи. Все, пошли. Пошли. Я выйду. Можете, можете начать. На мне Грэнджи тут, с ножом. Мы к нему не стреляем. Так, еще Дзен. Еще Ханза, блять. Хомяк. Ой, ебать. Это все очень печально. Хомяка там нет. Хомяка там нет, но это все равно печально. Опа. Я пофижу сейчас. А, давай не надо. Понятно. Ханза, Ханза, потом, видим Ханза? Потом. Ага. Щита нет вообще, ребят. Блять. Нет. Щита то ли не было, я понял. А, да, его разбили как раз на пикшуков. Там, он в одном. Он уже гном? Да. Кто гном? Наш чел? Он же был. Вообще нам нужен рипер. Ну, это странно, но... это был клинап. Я решил не солить ульты. Нам нужно время. Какое-то, я сейчас умру. А. Ты все обещаешь. Вы готовы? Кстати, довольно царские ДПС, да, мы готовы. Да. Так, мы не рофлим же, да, туда не идем. Ира, я слышал, вам особо нечем туда вносить. Я знаю, да, но остальные нечем. Я помашу что-нибудь там. Готовы? Готовы. О! Не, ну хорошо, что они... Да, это был наш граф. Поели как в чешуйся.
Ну они нажали 4 ульты. Я не стал нажимать трансы, сорян. Так, я должен был взять хомяка, наверное, сейчас. Я чуть-чуть постою, да, и все. Я беру хомяка. Ой, морталка это хорошо. Ой, морталка неплохо, конечно, но он... Сейчас будет блейд, пацаны. Да? Не хотелось бы. Да я не могу. Блин, дед хити остался, обидно. Поиграл нас, нет? Да? Нормально. Ой, ебучка. Отлично. Ебучки нет. Ебучки нет, ебучку снесли, обидно. Они как-то умеют ее снести. У них какие-то ДПС слишком плотные. ДПС нормальные, да? Да я же жал ешку, чё за говно? Чуваки, максимум статкового уровня. Это совершенно дикий хок. А Блейсис в голд... Нет, ну там меня напрягает Ханза, он прям попадает. Ну и Генрик тоже. Let's make it to... Ну чего? Let's make it to, говорит, идём. Ну типа, да. Да я вообще нормально. Какой у нас план? Не знаю, о чем вы думаете, я думаю, что нет. А, можно фару взять, если хотите? Я про это говорил. Че у них было? Генджи, Ханза, Ханза, наверное, оставят Дед, Свин, Зен и Мойра. То есть они боятся фарм, в принципе, относительно. Давайте вот так сделаем. Одежку берите фармерса, наверное. Давайте посмотрим. Блин, что здесь пиздропы? Пиздропы. Да реально, какое-то среднее время жизни было не очень высоким в предыдущем раунде. У меня 8 смертей за раунд. ТТЛ. И у меня 8. Ну, граф был, конечно, что надо, да. Не, ну они вас положили в шатер, во-первых, оттуда очень неудачно. Во-первых, положили шатер, во-вторых, пустили драконов, в-третьих, врубили трансы, в-четвертых, ковалес нажали. На самом деле, я бы врубил наши трансы и в третьем матче откенил бы все это говно, но я лег в шатер. А, и свинья там еще дула. Может, ковалеса не было. Джанк и фары пизданулся. Это странное решение. А вроде рипер был. Блять. Так, ресов не будет. Юр, давай, давай. Вообще, давай. Да, давай, ты юмор. Создать танзо. Все. Плохо. О, да, обратно, обратно, нахуй, нахуй, валим, 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 валим. А, у них есть что стрелять. Так что лучше переключиться. Да-да. Я же уйду. Могу Мойру отдать, могу не отдавать. Он же всякий, ну не пак. Можно просто так же с ним все и дальше попал. Ребят. Окей, так. Это было смело. Пойду-ка я обратно. Мы как-то решили щиты игнорировать с этого. Вы там на всякий толк не стоите за щитами, да? Зачем? То как? Нас ждут Макри. Блять, да? Я справа. Но... Зашли слева, вроде. Это. Да ёпты. Регрупп, регрупп. Ну или а делитесь. Или не, не, делитесь, ладно.
Теперь регрупп. Что-то не работает. Нормально, нормально. О. Чего? Но. Пошли. Да как? О, господи. Ребята, я просто разбираю тему дефенса. Пожалуйста, стойте рядом со мной. Флешки какие-нибудь. Сорян, я пустил рядом с тобой, но я картинал мультиум сзади, когда не... Да нет, я позже потом умер. Да, блин. Что у нас есть? У нас есть камера. Проходите налево там. Там шатер будет. Прошли? Да, прошли, прошли, прошли. Терек фланкает, понятно. Шатер, 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 шатер отдан. Макри в одном любом. И та же самая. У нас никого нет уже. Ой-ой-ой-ой. Ну, я не сделаю здесь ничего. Ой, сука, мразь, блядь. Не очень. Чуть не из нашей песочницы эти ребята, я вам скажу. Ну, это было странно. Вообще не из нашей. Не, они могут. Они прям не прощают. Блин, у меня какая-то фигня случилась.